все продолжает кружиться, куражиться на радость благодарной публике. Я уже кружусь одна. Ой, какая она молодец. Надя уже устала, и ей надо, в конце концов, работать. Смотри, заказов сколько. Да вообще, Люсь, сегодня прям такой день. Мы сегодня не успеваем. Мы обрабатываем и заказы со стрима. И снимаем, и обсуждаем, и решаем какие-то вопросы на будущее. Ой, ладно, ладно, вызывать к себе жалость. Все, поехали. Не жалость, я горжусь своей работой. Двоечка, нарядка, сетка, которую мы показывали в стриме. Вот она, пожалуйста. Посмотрите, так. Вот какой рукав. Широкий, не узкий. Так. Карманы. Карманы большие. Карманы рабочие. Рабочие. Сеточка. Посмотрите, представь, что разноцветное положить. Да. Интересно, желтое-красное. Да, двоечка. Кардиганчик, он без застежки. Так. Свободный, ну так, наверх, такой сверху, крой. Да, да. Сверху наверх. То есть кругом сетка, да? Девочки, сетка, смотрим, сеточка, вот это сеточка, да. У нас отделка ткани идет, манжет, рукава, лацканы так. И воротничок. Суска. А остальное все сетка, все проветривается, все дышит. То есть супер тренд, стильно девочки. Смотрится этот тренд, прозрачность, да. Сетка и это металлизированность. Тренд. Это тренд этого года. Тренд, да. И... Топ трикотажный в комплекте у двоечки. Простой трикотажный топ. Ну да, вискозный. Такой базовый, нежнейший. Да. Угу. Размер с 56 по 62, цена 7900 комплекта. Какая штучка, девочки. Кстати, к нашим же брючкам гофрированным это будет вообще бесподобно. Ты про плизе? Да. Плиссе, плиссе, девочки, конечно, плиссе. Так, ну что, цып-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 цып. Раз, два, три, раз, два, три. Push your limit от Люси Хоган. Трикотажный жилет. Трикотаж, девочки. Длина до середины бедра. Размерчики у нас остались 52 и 54. Плотный такой трикотаж, двухниточка. Красивый цвет, насыщенный, да, такой цвет охры, такой даже яркий. Не желтый, охра, да. Черная молния, есть капюшон. Есть капюшончик рабочий. Вот сочетание сеточкой. С белой футболкой. Вот такая еще белая у нас футболочка так, есть, Люся, красивая. Давайте посмотрим. Someday, тоже хлопок, 95 хлопка. Так. Также у нас идет двухниточка. Хлопочек, девочки, хлопочек. Опа. Цвет футболки белый. Рукавчик вот у нас. Рукавчик линии плеча у нас спущена, нет? Ой, ты еще меня спрашиваешь, я тут еле палочку-то эту держу, а ты меня спрашиваешь такие сложные вопросы. Ну, я не понимаю тоже. Плечо не, какое спущенный, здесь? Спущенный, спущенный видно, да. Да, спущенный. Вроде да? Как, да. Наверное. То есть жилет у нас размеры 52, 54, 3, 800. Футболка вот такая, футболка. Футболочная такая, да, good. Оверсайзная у нас 56, 60. Снизу у нас манжет. Угу. Вот смотри, сколько у нас. Все хлопок, что трикотаж хлопок, что футболка хлопок. Оверсайз 3800 футболка и 3800 вот такой жилет. Давай, постой, Люсь, мы посмотрим. Ты такая, постой, отдыхай, расслабляйся, думай. Цвет красивого жилета. Под черные спортивные брючки. Даже, может быть, даже не спортивные. Вот, под джинсы тоже будет красивый этот да, жилет смотреть. Как вам позволяет ваша фантазия, девочки. Да, так. Уже все, закрываемся. Уже темно, все закрыты. Все этажи ну, да, закрыты, мы да, все снимаем. Я уже не буду белые цвета показывать. Покажу вам вот такие брюки белые. Да, белые брюки, это супер, это катон, Люся. Джинса. Катончик, катончик, антенна. Трубы, широкие брюки, трубы. Кармашки рабочие, девочки. Рабочие. Карманы, посмотри, со строчкой. Видишь карман, давай, а строчка? Давай посмотрим, Люся, дизайн. Да. Details. Гульфик. Рабочий, Люся? Гульфик, конечно. Да. Рабочий, так. Талия у нас, резиночка сзади вставлена по талии. Кармашки не рабочие. Да, сзади не рабочие кармашки. Так. Вот широкие такие брюки, бесподобные, да, вот кто любит сейчас вообще модные брюки да, на лето. Да, Люся, белые это катон, вообще must-have-чик. Катон, катончик, катончик. И вот такая яркая джинсовка, хлопок. Ой, какая бомба, девочки, то есть по толщине брюки и катончик у нас джинсовый, вот такая смотрите, тут катончик, курточка. И тут катончик, толщина девочки. Материала и изделия одинаковые, все летнее. Люся, how much? Сюда, сюда, подожди, сюда еще чего? Футболочку, естественно, яркую футболку. Принт мы не достали.
Ну что ж такое, это опять все минус балл. Экрю у нас закончилось, у нас только черный цвет остался. С принтом, с таким, под эту джинсовку. Ты про что вообще? Это я говорю под эту джинсовку, футболка. А, которая сейчас прилетит, видимо, откуда-то, да? То есть джинсовка и брюки. С 56 по 66 размер. Не прилетит. Брюки стоят 4400. 4400. Услышьте, 4400. Цена услышали. Вообще смешная. Вот да. На эти брюки ткани натуральные. Хватит звонить, хватит звонить. Дайте нам доснимать уже, девочки. Вот она, посмотрите, вот такая футболка. Девочки. Если не хотите жакет, вот такая футболка. Ой, принт какой. Ну это дорогая футболка, да. Она прям шикарная. И дайте это... хоть потрогать, все. Скоро все распродадут. А они уже все распродались. Хоть будут вспоминать. Люся, цирчик нам, моя хорошая. А, цена мы футболки горим. Сейчас я вам скажу. 6200. Так, футболочка 6200. Девочки, 6200. Катончик. Так, катончик. Посмотрите. Ой, ну роскошь. Брючки 4400. Fashionable, adorable, ткани, affordable. Великолепные, шитье, Люся, шитье. Крой просто бесподобный. Солнце ты мое, мое модель. Ты солнышко, мое и ты нежное. И вот такой же жакетик, яркий. Ой, жакетик. Сегодня она прям нас жакет цветом, 7900. Одарила. Мы все 7900, ты сказала? Подождите, а у нас есть комплект васильковые брюки. Дай мне васильковые брюки, Люся. Олег. Вон там. Я в тебя влюблюсь. Девочки, на сайте все смотрим, на сайте девочки все смотрим. Потому что мы с Люсей уже еле стоим на ногах. Девочки, на сайте, на сайте. Васильковые брюки. Так, Василек. Шок-контент. Эти девочки, вот посмотрим. Такой разноцветный, радужный красота, жакетик. Красота, да? Красота. И вот такие. Ой, давай смотреть. Васильковые брюки. Ой, Василек. Это вот такая жаточка. Материал жаточка. Идет, жаточка, очень приятная, легкая. Очень прям брючки у нас 56 по 62 размер. Так, Люся. Цена этих брюк у нас будет 4800. Good. Данке. Сейчас 4800, это одни брюки, легкие, держи. Прям вот тут мне еще показывают, отдыхаете. Вот так. Такие фиолетовые брюки, посмотрите. Да, тоже вообще мэч, просто мэч, вау. Люся, прям как вот так и должно быть. Посмотрите, да. Сколько можешь сочетать комбо. То есть вот этот жакет идет под все цвета брюк. Ну-ка, показывай брючки. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Это тоже жаточка, Люся, или нет, как там у нас это дела? Не жаточка. Нет. Это как раз струящаяся вискоза, а, струящаяся про которую ты вискоза. Спрашивала. Девочки, пожалуйста. Классические красота, брючки. Красота. Они у нас вот в таком фиолетовом цвете, угу. И в черном. Есть карманы. Рабочие. Талия у нас круговая резинка. Так. Вот посмотрите на эти брючки. Красота, брюки, Люся. Эти на повторе, они у нас проданы уже, вау, не знаю сколько. Oh, это God. Как нарядка. Шок. Сидят бесподобно. Бесподобно. На широкие бедра. Я повторюсь, эти брюки на широкие бедра. Привет. Привет. Моя хорошая. Вот такая у нас есть рубашка малинового цвета. Это малиновое вино, штапель. Унштапель. Да. Приятно. Длинная рубашка, разрезы. У нас по бокам застежка, пуговки красивые. Посмотри, какие металлизированные пуговки. Давайте посмотрим пуговички, да. Девочки. Интересно. Рукав у нас вточной, три так, четверти, видим, паты. Видим. Длина рубашки, ну хорошая длина, как туничная. Ну, туничная очень длина. Даже, да, Люся. Рубашки, размеры надо будет смотреть, они у нас в цвете малиновом и салатовом цвете. Смотрите на сайте, цена рубашек. Забыла его. А ты посмотри, ты представляешь? Для этого у нас есть этикетки. 4200. 4200. Как хорошо. 4200 рубашка. И вот такой топ, блузон, вот под эти рубашки. Он как раз подходит и под малиновый цвет, и тут, смотрите, написано лето, время летнее. Ой, для лета время сейчас, девочки. Также, посмотрите, какая ткань. Тут уже у нас идет вискоска. Вискоза. Есть разрезики, силуэт прямой. Так, рукавчик у нас good. Спущен. Так. Горловина, естественно, круглая, то есть свободная. Цена и... 3200. Размеры тоже уже конец, мы закрываем, смотрите на сайте. Смотрите на сайте, да, мы бежим, 3200, убегаем уже, да. Девочки, вот под самый то есть конец. Я, рубашки снимаем. У нас в малиновом цвете, в салатовом цвете 4200. И блузон, который к этой рубашке, он стоит 3200. Вов, еще что ли? Дай, до последнего, Вова, до последнего. Ну да, давай, чтобы у меня ноги отвалились, давай. И... Так, и... я еще хотела вот эти показать, рубашки льняные. До самого утра, Люся. Я никуда никогда не спешу.
Вот такие льняные рубашки рожден у нас есть. Рожден быть оператором. Посмотри, так. Это черная рубашка, лен, да? Рукавчик уже. Это уже все лето летнее пошло. Девочки, это жара что пошла. Что мы на лето носим? Вот ответ у модной пышки всегда. Номер один в России магазинчик. Вот такие рубашки. Без да. вопросов мы тут все закупаем. Так. Какая красота. Да, боже, цена Люся. Рубашечек у нас 5400. Лучшее они качество. Два размера, 56, 58 и 60, 62. Это лен, это черный. И вот такой есть жакет в белом цвете, тоже лен. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, вот это уже идет жакет. Рубашка, жакет, лен. Давайте трогать, девочки, лен. Какие интересные, это как вот буквочки здесь сделаны, отпринтованы, накатаны, непонятно, но тоже интересно. Тоже интересно, они незаметные, прям это незаметные. Это принт незаметный, они не выпуклые, да. Такой а-ля Йоджи Мамото, да? Линия плеча здесь также спущена, вот так, рукавчик. Так. То есть здесь по груди свободно. Так. Спокойно пройдет. Ты так ее к себе прижала, Люся, прям не хочешь отдавать. Есть паты. Интересная есть такая паты. Поза. Так. Прямой силуэт. Так. Опа, перламутровая пуговичка, девочки. Да. Длина жакета, вот смотрите, длина, туничная длина до середины бедра. Это жакет у нас да. оказывается? Да, это все жакет. Рубашка, все жакет, ну как хотите, назовите. Ну, да, от куртка, этого джинсы. Смысл не меняется. Вообще ни разу. А, оверсайзный размер 56-60, цена 4900. Невероятно. Ну и, наверное, все. Люся, Вов, нет, последний. Люся, Вова, Господи, последний. Она женщина неугомонная. Домой она обычно не торопится, чаще проводит время на работе. Зачем ей домой идти? Да, зачем? И оператора да. держит. Она хочет, чтобы оператора тоже не было ничего. Ни личной жизни, ни свободного Вова, времени, сейчас. Моя хорошая. Я еще последний комплект похожу. Конечно, конечно, продолжай. Цвет яблока наш никуда любимый комплект. Никуда не спешу, никогда. Посмотрите, вот такой жакет и брюки. Это хлопок. Хлопковый это лето летнее. Прям сиськулитное летнее да. лето. Хлопок хлопковый, смотрите, это хлопок легко хлопковый. Все дышит. Жакет. Так. Жакет вообще костюм премиум класса. Так. Рукава, посмотрите, мы подвернули, здесь есть манжет. Так, девочки, манжетик, пожалуйста. Хотите, подвернули? Карманы хотите, накладные, карманы, посмотри, какие. Все да. affordable, все adorable. Так. Передние полочки у нас на подкладе. Да ты чего? На подкладе. Спинка у нас без нет, подклада. Нет, нет подклада. Все. Люсенька, Люсенька. Ой, моя хорошая. Вот, уже у меня теперь эти брючки. Люсь, возьми брючки, не стесняйся. Так. Ткань сама по себе вообще бесподобная, шелковистая. Брючки у нас классические. Неугомонная классические женщина. Брючки. Ножка, полная длина, кармашки, боковые резиночки. Девочки, поставьте лайк. Эластан скорее. Тянется. Хлопок с эластаном. Все тянет, садится костюм. Люся. Идеально. Два размера. 56-58 и 60-62. Цена комплекта. Унт. 12 тысяч. Девочки, какой и на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, да, девчонки. Про подписывайтесь лайки на все наши соцсети. Приходите в наши физические магазины. Город Орехово-Зуево, Жуковский, Коломна. Заходите на наш сайт modnaya.mpxsl.ru. Заказывайте, заказывайте. Звоните, пишите и еще раз заказывайте. Люся, ну чего ты на меня пока, так смотришь? Пока, я уже устала. Пока, ждем вас.